Всем привет, ребята, с вами Кирилл, промажор New 2022. И сегодня у нас, это мой первый ролик в кар-дилершип Тайкуне. И сегодня мы поговорим, какая же самая лучшая машина для новичка в кар-дилершип Тайкун за 6 миллионов. Допустим, вы где-то раздобыли 6 миллионов. Ну и по какую же машину купить? И давайте сейчас разберемся. Так, давайте сейчас, давай, вот, такс. Вот. Может, ребят, купить новый Десату P27, видно, Ламборгини Сетта или Мена, или Астон Мартин Вулкан? Нет. Самая лучшая машина, которую я вам рекомендую с бюджетом 6 миллионов, это Бугатти Широн. Бугатти Широн. И сегодня мы разберемся, почему Бугатти Широн самая лучшая машина с бюджетом 6 миллионов игровой валюты. Давайте разберемся. Первый ее главный плюс — это управляемость. Она тут стоит на девяточке, что очень хорошо. Вот смотрите, к примеру, я лечу со скоростью 180 км в час, я хочу повернуть на огромной скорости. И вдруг я чуть не вылезаю с дерева. Но я смогу отлично отогнаться от этого и уклоняться полностью. Ну вот так. Типа, еще хотел добавить плюс — это скорость. Она тут очень большая. Скорость 380, максималка 380 км в час. И она — это самый главный плюс автомобиля. А главная ее стоимость, а главное ее — это, конечно же, фарм. Фарм она тут занимает. Фарм вы можете сами посмотреть характеристики на экране. И сами уже, конечно же, вы сделать вывод, что Bugatti Chiron — самая лучшая машина для фарм за 5 миллионов. Ну еще нам нужно сказать, какая же самая лучшая машина для новичка в кар-дилершип Тайкуне. И сегодня я вам... И тоже эта машина есть. Это Tesla Model 3. Самая лучшая машина для новичка. Стоимость ее 34 тысячи долларов. И за эти деньги вы получаете довольно очень быструю машину от Илона Маска. Вот сами смотрите. Вот сама ее разгон. И даже она может обогнать Audi R8. R8 на высокой подвеске. Вот, давайте сейчас, за сколько секунд она разгоняется. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре. 4 секунды требуется разогнаться этой тачке до сотни. Она очень хорошая, поворотливая. А если использовать антикрыло и еще какие-нибудь другие детали, то вообще приходится. То вообще ура. На ура приходится. Ну, хочу я вам еще раз сказать, для среднячков. Для среднячков, которые уже хорошо развились, я вам рекомендую BMW M8 Competition Coupe. Да-да, ребят, именно BMW M8. У вас когда-нибудь, наверное, была это в кар-дилершип Тайкун такая машина. Если у вас она не была, тогда вы... Не, у вас, если у вас нету M8, то у вас нету личной жизни. Потому что эта машина офигеть как крутая. Моя самая титуловая машина. Я ее тоже покупал. Стоимостью 180 тысяч баксов. Что очень хорошо, как на самом деле. Иметь BMW M8. Плюс вы получаете только удовольствие. Удовольствие и удовольствие от этой машины. Я вам советую, рекомендую. Ну, на этом все. С вами был Кирилл Промажор. И goodbye!